Я даже не понимаю, почему украинская власть так относится к Саакашвили. В этом есть что-то глубоко иррациональное, потому что если посмотреть на ситуацию рационально, то, ну, скажем так, ему не удалось создать сильную, эффективную политическую партию. Рейтинг этого самого руха, то есть движение новых сил, пока оставляет желать лучшего, несколько процентов. Один мой приятель как-то сидел вместе с Саакашвили прошлым летом, по-моему, на Крещатике, и был поражен, как часто к нему подходят люди, приветствуют его, хотят с ним сфотографироваться. Но, понимаете, вот это такая поверхностная, наносная народная любовь не конвертируется в политический успех и в политическое доверие. Мне кажется, что Михаилу Саакашвили по-хорошему нужно взять паузу и провести работу над ошибками. Потому что пока что, ну, не получается, да? Ну, не получается. Ничего с этим не поделаешь. Ему даже, знаете, внешность надо изменить. Похудеть килограмм на 10, на 15. Он должен предстать каким-то обновленным, да? Предложить позитивную программу, продемонстрировать команду людей, которые с ним, убедительную команду людей. Да, ведь все-таки давайте не будем забывать, вот при всем при том, что он, конечно, там и лидер, и горлан, и главарь, да, но все-таки в Грузии-то у него была сильная команда рядом с ним. А вот здесь такой сильной команды у него нет.